22 тысячи книг прочли за лето уфимские школьники. Все они приняли участие в конкурсе «Лето и книга 2017». Он уже стал традиционным, и в этом году в нем участвовали 1300 ребят. Конкурс проводится для того, чтобы привлечь ребенка к книге, к чтению, то есть заставить его переживать этот внутренний мир, держа в руках именно книгу. В наш век, когда дети больше привязаны к компьютеру, вернуться именно к книге является важной задачей всех детских библиотек. У школьников сразу два творческих задания – взять интервью у известного человека для экологической газеты и провести онлайн-репортаж с городских улиц. Благодаря им ребята смогли почувствовать себя настоящими корреспондентами. Конкурс «Лето и книга» надо было прочитать книги. Я прочитал фантастику, природу. А еще у меня газета, я попытался в ней рассказать, как вредно выкидывать батарейки в мусорное ведро, и дал советы по их сортировке. Также в рамках конкурса назвали лучшую библиотеку города. Ей стала 22-я детская библиотека, расположенная в Зеленой роще.